Ребята, и в начале ролика хочу вам порекомендовать игру Money Card, одна из лучших игр, которая вышла 7 сентября 2018 года. Зарабатывание денег без всяких вложений. Покупаете автомобиль, он зарабатывает в сутки определенную сумму. Также с выводом денег можно на Киви кошелек, Яндекс.Деньги, на также Сбербанк карты. Ссылочки у меня будут в описании. Заходите, регистрируйтесь. При регистрации в эту игру вам компания дает один автомобиль бесплатно, и вы на нем зарабатываете. После этого вы можете пополнять счета, покупая автомобили подороже, которые будут зарабатывать в сутки, в час более крупные суммы, и также вы будете получать проценты. Всем спасибо. Смотрим продолжение ролика. Так, ребят, всем привет. У нас покрасили мы Патриот в предыдущей серии. Он высох, выгнали его на улицу. Сейчас я собираю бампер, после чего буду составить фару. На место туда же бампер прикручивать. Ну и будем полировать крыло. Сейчас я на данный момент собираю бампер, сейчас я вам все покажу. Вот он лежит, бампер, усилитель мы вставили. Начали его прикручивать. Вот он у нас здесь крепится, здесь, вон там три, здесь вот внизу то же самое, здесь то же самое. Вот, сейчас мы все прикрутим, бампер, и вот на эти две его туда прикручивать. Вот он стоит, сам Патриотик, вот мы покрасили крыло, переход вот у нас сделан, сейчас мы будем полировать. И ставить все обратно. Бампер у нас вот к этим прикручивается. Вот он, усилитель вот этот. Ну и в принципе все. Сейчас мы все прикрутим. Покажу, где что стоит. Сниму. Вот он у нас, усилитель. Я его сейчас прикручиваю. Здесь внизу болты у нас сломались. Сейчас я найду другие болты и буду прикручивать. Так, ребят, ну вот, короче, мы прикрутили все. Все гайки, все болты, все накрутили. Все, у нас бампер готов. Сейчас устанавливаем фару. Вот, установили мы фару. У нее прикручивается здесь, вот здесь. Вот он, болт там. И здесь. Сейчас до конца прикрутим и уже будем пробовать ставить бампер. В принципе, здесь не так уж и сложно все ставить, когда уже знаешь. Вот. Ну и вот это вот у нас вот туда запихнуть сейчас. Вот так. Вот она, вот так встает. Прежде чем ее вставить, нужно будет ресничку поставить. Саму ресничку. Эту вот такую вот. Ее мы сейчас поставим. Она у нас вот так, по-моему, или наоборот, не помню уже, как она. Вот так, по-моему. Вот. И не так. А, ну вот, вот так она. Вот, вот так она встает у нас. Ну и все. Сейчас мы их прикрутим. И все, ребят. Сниму, покажу. Так, ребят, ну уже темнеет. Вот у нас как получается. Поставили мы бампер. Сейчас все до конца накинем. Вот. И я думаю, будет все. Машинка будет готова. Вот как у нас получилось. Вот эта сторона с бампером. Так, ребят, ну все, в принципе, Патриот готов. Я его собрал. Вот, весь сделал. Поэтому
осталось здесь повесить с этой стороны бороду и завполирнуть ее. И все, и машинка готова. Ребят, ну на сегодня все. У вас Патриот собран, покрашен, все выпрямлено, все сделано. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кому понравилось. Всем пока.